Everybody wants.
ты кашляла так, бедняжка? Вы не понимаете. У меня перестало гореть. Я боюсь, что у Мати завтра будет плохое настроение. Это всегда так работает. Вау, круто. Еще ни разу в жизни не досмотрел спидпейнты до конца. Даже никогда не пыталась. Так. Игру забыл. Самое. Знал, что что-то забуду. Неунывающий в ответ. Ну, это его мандарин. Да, это его мандарин. А вот как он выглядит. Я-то думал, что это? Новую игру? Я ничего не помню. У нас есть 4 бензина. Пустая бутылка. А, мы хотели найти этот, да? Порт. Мы нашли его? Нам чувак сказал обратиться к какому-то чуваку. А, который живет где-то в углу? Вот так всегда. Каждый стрим с этого начинается. А, да, звук. Мистер, мистер, в задней стене есть расшатанный камень. Я могу сбежать. Ну, что там? Ага, а вот и мои вещички. Пустое место. Что ты здесь делаешь? Кто ты такой? Дед Мороз. Он сказал ему, что он Дед Мороз, и вопрос о том, что он здесь делает, сразу отпал. Ну а что еще здесь может делать Дед Мороз? Наверное, антенну чинит. Там вроде ничего нет. Так. И все время, наверное, Дед Мороза. Чувак, не расстраивайся. Не расстраивайся, чувак. Хотел убить его? Нет, хотел показать ему, как... Классный финт, чтобы он не расстраивался. Здравствуй. Заткнись, придурок! Об этом говорить запрещено! Дай согласазма.
Что такое агрессивный глаз? Вообще-то сажают за это. Это порт. Купить билет в пустыню? Блин, может быть, но я... все, придется прорываться. Дружелюбный. Мой мандарин. Да бесполезный мандарин. Вот ты его выбросил. Почему он мимо него летит? Куда кидаешь, там летит. Здесь можно пройти? А, там то же самое, по идее, должно быть. Может, на мотоцикле можно выйти? А, давайте попробуем спросить про билет, я сомневаюсь. Из засады это как? Сверху, что ли? Здравствуй, ты не... Хе, ты знаешь, что... Билет стоит 10 монет. Ну, но поскольку у меня висит объявление «Разыскивается», ты должен уплатить 30 монет, чтобы я забыл о том, что видел этого парня в плакатах. Молочек. Пресный. Ага. Ну, конечно, слишком сладкий. Привет, Маоми. Привет, Даоми. Что такое ФР? Да-да, беру. О! У тебя есть билет на паром. У тебя есть билет на паром. Вместо того, чтобы продавать пены, мог бы по мусоркам полазить. Так они через мешки тоже стреляют. Ну, слон бы, конечно, не побежал. О, у тебя есть билет на паром. Ага, понятно, мол. Самый проход. Какой? Ну, который я думал. Ну, обратно, там, где мы убились. Там, где мы что? Убились. Мы везде убились, Игорь Ильич. Кстати, вот мы с Юлей поговорили, может, нам это что-нибудь еще скажет или нет. Здравствуй. Мой бедный друг. Я хочу кое-что сказать. Это ужасно. Моя подружка Юля крутит любовь с Глебом, а Андрей, двоюродный брат Глеба, бросил Татьяну, когда Елена вышла из больницы после аварии. Только не говори Елене и Кате. А Пашка, который втайне восхищается Глебом, уже больше недели пытается завоевать любовь Кати, которая не разговаривает с Тамарой с тех пор, как та купила собаку. Это в то время, как Света, которая опять вышла замуж за Пашку, нашла письмо от Марины, в котором та объясняла, где лежит оставленная Олегом коробочка для клеверного четырехлистника. Так вот, совершенно очевидно, что Юля удивится, если Елена узнает об аварии. Это, надеюсь, понятно? Нет, не совсем. Сходи к Юле и скажи ей, что Марина прислала. Кажется, я где-то видела этого парня. Как ты стильно ушел. Спасибо. Лунной походкой. Куда ты хочешь попасть, Твинсон?
какого-то набора. Я передумал уезжать. Там чувак под домашним арестом куда сказал своим другом поговорить. Я где его люблю? Каким другом? Я передумал уезжать. Он сказал с другом поговорить? Ну да. Это не он сказал. Разве он? Я не нашел его друга. Можем еще раз поискать. Он сказал, что этот друг живет рядом с магазином. Здесь живет Марина. Привет, Юля. Ой, здесь Юля живет. Привет, Юля. Ты что, путаешь Юлю с Мариной? Здравствуй. Здравствуйте, молодой Юля человек. Юля с Юлей. Марина так много о тебе раз. Ты знаешь Марину? Она клевая девчонка. Она слишком много смотрит телевизор, но в ее рассказе есть доля... Куда? Наоми, а ты спроси, какие есть конкретные вопросы. Я от этого пришли. Очень больно. А ты смеешься? Знаешь, как больно. Классно у тебя кровать, чувак. Космический мозг бегать, обрезаться в стены и биться об них. Здравствуй. Я не знаю. В середине должно быть то, что я сказал. Йолли путать с Юлей. Так Йолли терпеть не может. Я так и думал. Здравствуй. Никто не путает. Я думаю, что речь шла как раз... Это фигня. Может, о ключнике? Так, здесь слон. О чем шла речь? О чуваке, который с магазина. Может быть, о том, что мы уже сделали? Чё за чувак? Вау, не тянут. Прикольно. Чувак, чего? Чё за чувак с магазина? Ну... Вот мы обсуждали, что нам сказали чуваку из магазина сходить. Ой, чуваку, который живет рядом с магазином. Вот, собственно, магазин. Бар. Чувак, который под домашним арестом, сказал что-то про место, в которое нам надо. Разве? Сказал, что нам надо с кем-то поговорить, сказать, что это от него. А потом мы стали смотреть аниме, поэтому никто не запомнил. Чатик, что он показал нам вчера? Вы бензин не помните? На 10 поездок стоит 30 монет. Да-да, беру. Ты пополнил запасы бензина. Хочу ведро. Ведро не покупается. Продается просто. Йоли, у нас сегодня та же самая собака выбралась в том же самом труде. 15 сердечек эликсира жизни стоит 30 монет. Ты должна это знать. Нет, спасибо. Игорь еще очень горел. Я забыл, как к нему попадать. А, надо с кролей поговорить, точно. Здравствуй. Я могу помочь тебе отделаться? А Игоревич ее помыл, но вообще не высушил в этот раз. Потому что уже время стрима было. Сопуду в конце окажется, что это мой папа. Почему? Потому что он так же выглядит. Ну, смотри, одно лицо же. Ну, и тут все так выглядят.
Тем более, что тут есть слон, который фанат «Звездных войн». Это что? А, это, кстати, как раз дом астронома. Точно, он астроном. Вот как он называется. Вообще безвкусный арбуз. Я Боб Бодрик, астроном под домашним арестом. А чем ты занимаешься в свободное от избиения клонов время? Чатик, чем ты занимаешься в свободное от избиения клонов время? К сожалению, я не знаю ничего о легенде. Но у меня есть друг рыбак, который поможет тебе в твоих путешествиях, если ты скажешь ему, что тебя прислал я. Он живет в порту Белуга. Посмотри на свой глобус. А я, чатик, знаете, что делаю? Я не пишу сезон. Чувак, встал. Там нет ничего. Ну, кстати, я сегодня написала предложений 5. О, это значит, мой, пишешь. Это мой просто максимум за последние несколько месяцев. Никогда так много не писала. Как попасть в порт Белуга, блин? Спроси у слона, он знает это. Лестница. Зачем там мне обуться? Пытался не залезть. Он сдох нахрен, шарит. Ой, я теперь из-за Одиша хочу на фестивале задания про перерисовку мемов под покемонов, но это слишком тупо, я думаю. Почему? Не знаю. Чем не хуже всего остального? Меня бесит, как все выполняют задания как-то не так. А если мемы будут не так, то я вообще взбешусь, наверное. Может погуглить, где порт Белуга? Чатик, вы знаете, где порт Белуга? Ай, не оттянь, как мило. Ёля, а чё ты не выкладываешь? Череповцов, походу, оправдали. А там сверху чё? Где чё? Справа, на лестнице. Там. Где?
Ну, за дверью, чего? Библиотека. А. Ну, может, конечно, через библиотеку можно куда-то пройти. А, кстати, рычаги. Мы так не нашли никакие рычаги. Вот, кстати, покемонов никто ни хрена не рисует в заданиях. Все забили на покемонов. Это меня тоже бесит отдельно. А ты там указываешь, что нужно покемонов рисовать? А я не указываю, но мы же на покериге, это как-то само собой как бы. Дай. Я вот не рисовал покемонов. Я как-то вообще забыл, что это сезон про покемонов. Воу-воу. Блин, во-первых, я обожралась, а во-вторых, я должна помыть руки. Okay. Я умываю руки чуть-чуть. Куда ты хочешь попасть, Твинсон? Порт Белуга. Ой, Натян, я не хочу всех доставать. Это так тупо. Те, кому охота это нарисовать, они нарисуют и так. А кому не охота, все равно нарисуют на отвали что-нибудь тупое. Какой в этом смысл? Я как-то его нашел. Пока я ушла. Там, где куча было стреляющих всяких фигонь. Фигушек, через которые было стрёмно ходить. Там в конце стояла машина. Добро пожаловать в порт Белуга. Правительственный остров. Море спокойно, ветер порывистый. Юли, конечно, это же одно и то же. Череповцы и покемоны. Ну, я в смысле не то, чтобы обязательно было рисовать везде покемонов. Просто их так редко рисуют, что я уже радуюсь, когда вижу покемонов. Здравствуй. Ничего не знаю об этом. Куда бы ты ни шел, скорее возвращайся. Мы ожидаем возвращения одинокого мореплавателя. Он будет продавать свою яхту. Хочу яхту. А он рыбак, кстати. Это, наверное, его друг. Здравствуй. Ты не находишь, что все эти разговоры о легенде очень странные? Я не знаю ничего об этом, но некоторые говорят, что в библиотеке должны быть книги, в которых упоминается книги. Об этом. Я от астронома. Ну, если астроном прислал не тебя, ваш голос сменился. Полагаю, тебе можно верить. Время сейчас тяжелое, и в знак солидарности сопротивлению я отвезу тебя куда угодно за 10 баксов. В пустыню Белый Лис. У тебя недостаточно денег для этого путешествия. Давай, Твинсон. До свидания. До свидания. Твинсон ушел, делая вид, что он не обиделся. Зря бензин. Сюда тут копнулся. Делает. Это я делаю. Я еще раз можешь? Нет. Я лучше рыбака оборую. Ты украдешь его сердечко. Ты что, повешал, ты еще попрыгай, может, там шипишь? Ну, может, я уже. Тебе же деньги нужны. Это твой единственный бизнес, красть людей. Людей? Ну, в смысле, красть у людей, я имею в виду. А, что-то тут не так уж и много всего оказалось. Пошли открытое пространство, как Майти любит. Я люблю открытое пространство. Меня так бесит, что у меня радугу не видно из окна, вы не представляете. Меня вообще бесит, что в Москве небо не видно. Но радугу когда не видно, потому что слева дом, справа дом, снизу дом. Вообще, вообще просто я горю от этого. О, 10 монет.
Вау, ты у него из бочки достал 10 монет? Одну монету я у него достал. Это как раз хватит. Надеюсь, он не узнает эту монету. Может, она у него меченая? Может быть. Здравствуй. Ты... Я... Ну, если астроном прислал тебя, полагаю, тебе можно верить. Время сейчас тяжелое. Знак солидарности сопротивлению. Я отвезу тебя куда угодно. За 10 баксов. В пустыню белый лис. Ого. У него скрытая камера на крыше. Что ты делаешь? Тебе арбуз достал. Я не могу больше, я уже сказала. Нифига себе, как далеко. Он на этой маленькой хреновике нас увез. Вот не паром тебя. У них маленькая планета. У него, конечно, не паром, но 10 баксов это 10 баксов. Это что? Говорят, что в храме спрятаны сокровища. Добрый день. Я могу доставить тебя куда угодно, всего за 10 монет. То есть обратно тоже 10 монет. Класс! Пожалуй, я останусь. Ничего, мы же заработаем в пустыне 10 рублей. Оу, обстреляют. Ай. Отличное место. Я мечтала купить квартиру хоть на каком-нибудь этаже. Лишь бы это была моя квартира, я могла ее сдавать. Это туалет. Даже зайдешь в туалет. Покупать квартиру, чтобы ее сдавать. Деньги все равно не отобьешь потраченные. Оу! Почему не отобью? Ну, через 20 лет, может, когда уже сама сдохнешь. Слушай, отобью, это мой заработок будет. А ты можешь просто себе спрятать в конвертик эти деньги и каждый месяц выдавать потихоньку, будет тот же самый заработок. Нет? Нет. Почему? Ну, вдруг чего, у меня квартира еще сдавать. А так, вдруг чего, у тебя деньги есть? Продам квартиру и что? Я не понимаю, чем квартира лучше денег. Короче, ты думаешь, что мне не нужна квартира, а нужны деньги. Но ведь квартира это сразу и квартира, и деньги. Фак. Можно больше заработать, на это уйдет лет 20, когда начнет. Слушай, ну окупаться. Я ничего не буду делать зато все это время. Окупаться. Смотри, у тебя есть деньги на квартиру. Ты не покупаешь квартиру и просто сама себе берешь из этих денег по 20 тысяч. А потом через 20 лет они заканчиваются и все. Ну да, квартира останется, единственная разница. Ну вот. Так говоришь, как будто разница незначительна. Через 20 лет сразу сдохнет. О, как чатик. Планируешь дожить? Ну, раз ты говоришь, что тебе виднее, конечно. Говорят. Так можно и на пенсию надеяться. Нет, спасибо. На пенсию надейся, а квартиры обладай. Неплохо. Неплохо. Хорошо сказано. Ух. Конечно. Просто пойду. Каждый раз так смешно.
Боль, боль, боль. Да все что угодно, лучше петь. Альфонечка, мы тебя после стрима послушаем. Зато ты не воняешь. А говорит, можно на эти деньги купить кокаина? Нет. Уже раз в клан. Да. Да то насколько счастлива. До конца жизни, возможно. Да, именно. Да блин! Но я не хочу ужираться кокаином, я хочу на собаку кататься. По полю, Юлия, смотреть на небо. Чё ты не хочешь? А-а-а. В старости, наверное, не особо покатаешься. Ты кокаином не особо поупарываешься. Где его возьмешь? Накопить, что ли? Ну, там вообще, наверное, будут выдавать по рецепту, я не удивлюсь. Прочитала, я хочу картоху, чтобы сдавать ее и не работать. Вплотную к нему подошел. И стреляет хрен знает куда. Блин, ну там звук был, как будто он сдох, а это откуда ты вывалился, мешочек? А, это второй, наверное, выскочил просто. Чувак стоит и смеется над тобой. Я могу доставить тебя куда угодно. Всего за 10 монет. Куда бы ты хотел попасть? Я не буду за тебя играть, потому что у тебя клавиатура липкая. Можно я его выброшу? Игорь, перестань, иди мой руки. Че ты команду включишь? Юль, я уверена, что она так и работает как-то. Я писала однажды Якубовичу письмо, что я хочу пуделя. Но Якубович мне не ответил, и с тех пор я перестала в него верить. Ого. Ты мне место посторожила? Да, чтобы Альфоне не отжал. Вау, картинку. Что это? Вау, Нясян, офигеть. Потрясающе. Волшебно. Круга. Пожалуй, я останусь. Пожалуй, я останусь, грустно сказал Твинсон. Обреченным голосом. Глядя на островки, по которому предстоит прыгать. Шарю карманы в поисках монеток. Дурацкое место. Так грустно тонет, а ты смеешься. Ну, он так драматично второй раз высовывается и говорит бульк. Очень грустно. Отличный бизнес, между прочим, Юля.
Идея для стартапа. Ну, привозишь на микроостров вокруг пустоши, говоришь обратно 10 рублей. Вообще, обычное дело. Ну да. Я бы это стартапом не назвал. Так говорят, с верблюдами фотографируют. Да? Залезть бесплатно, а слезть 10 рублей. А, класс. Здорово не видеть своих врагов, да? Не вижу зла, не слышу зла. Он в панике там ходит туда-сюда. Ага, вылез. Делаешь. А второй должен это вылезть. Был первый, он ходил туда-сюда. Ого, правда второй. А если они не кончатся никогда? Значит, нам не сюда. Давай увозить собаку, на собаках людей в старая Киркина. А чтобы оттуда вернуться, тогда уже квартира в Москве. Походу, они не кончатся никогда. Вот с Игоричем просто, его просто заводишь в лес и говоришь, что чтобы выйти обратно, 100 рублей. Игорич сам никогда в жизни не выйдет. А сегодня нет своей карточки. Спасибо. Я денег. Могу доставить тебя куда угодно, всего за 10 монет. Найдет в лесу куда деньги. Куда бы ты хотел попасть? Пожалуй, я останусь. Пожалуй, я останусь. Парень. Кто не рискует, тот дурак. Видимо, там какое-то время никого нет, а потом новый приходит. Больно, 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 больно! Самый ужасный таймлуп в его жизни, я думаю. Надо было клевер набрать, прежде чем сюда ехать. Добрый день. Вы... опять пробил нажал. Я могу тебя куда угодно, всего за 10 монет. Куда бы ты хотел попасть? Куда бы ты хотел попасть? Пожалуй, я. Старая Киркина. Ого, почему? Я соврал. Но ничем не хуже других мест. Часик, куда бы ты хотел попасть? Ладно, с другой стороны ничего нет. Привет, Ринжа. Привет, Ринжа. Ринжи, куда бы ты хотела попасть сейчас? Могу отвезти тебя куда угодно. За 10 монет, Ринжи, имею в виду. Все недружелюбные все в этой пустыне, ух, просто ужас. Ладно, остается продолжать пытаться попасть внутрь. Вау, чатик хочет к Майте.
За 10 монет? Монеты это сколько рублей? Какой коварный вопрос. Хочу водить к Майте экскурсии. Ого, за сколько? За 10 монет. Ого, а монеты это сколько рублей? Сколько? А сколько у вас есть? За все ваши деньги? Смотря сколько у них есть. Тот, что меня убил, его... А, может, там ключ у него? А кто точно? Его не убил? Ну, я понял, о чем мне Тян говорит. Винсент так хладнокровно стоит среди летящих пуль. Они летят. А, пули летят! Пули! Привет, Брейни! Привет, куда бы ты хотела сейчас попасть? Ой, правда, попасть? Нятян просто гений. Вопрос там, откуда это? Командир отдает приказание. Повар придумал ужин. Так, а вот же ворот. А это ворота? Блин! Так это не стена была! Ой, я открывал спидран, вот это было место, в котором сюда прибегала лошадь. Прибегал Твинсон и начинал биться башкой об эту штуку, чтобы умереть. Это важная часть спидрана. Это лошадь из той игры про ковбоев. Про Дикий Запад. Она выглядит абсолютно так же, как все лошади там. Спасибо, Брейни. Да, похоже. Я забыла написать в этой истории самое главное. Что у меня начали течь сопли, когда я пришла в общество косплееров. Это, очевидно, у меня на них аллергия была. Ну, я ушла оттуда. Да, я ушла оттуда, и сразу сопли перестали течь. Да. Ого, оно разговаривает. Слушай, а мы с ней одного цвета, вы подружитесь. Покажи свое удостоверение. Ей не нравится. Некрасивая. Скормил ей клевер. И что теперь? Ничего. У нас нет больше клевера. Да, класс. Бака лошадь. Вот ты с Альфонием так же. Хатик, смотрите, это Игоревич, Альфони вывалился в трупе, и это Игоревич теперь. Прекрасная лошадь. Мне нравится. Тут что, только лошадь и больше ничего? Тут еще кнопка, которая не нажимается. Рублей. Может, надо вернуться просто? Кто-то навалил, Нятян. Голубая лошадь, голубая. Что делает Энтер? Ломает лошадь. А! Что это, Можно камеру камерить, оказывается. Все это время. Сколько раз мы умерли из-за этого?
Привет, сестра Нятян. Привет, сестра Нятян. Ты хочешь ее топливом напоить? Да. Голубая! Голубая лошадь. Голубая лошадь. Чатик, я вам, наверное, рассказывала, но, короче, у меня мама раньше любила включить диск 1000 самых популярных песен этого лета, поставить там на репит песню про голубую луну и играть в Арканоид. Такие вот дела. Еще раз, что это? Что? Что это было? Вот это описание чего сейчас было? Ничего. Идеального лета твоей мамы или что? Почему? О, господи. Нет, просто cool story из моей Добрый жизни. День. Тогда повтори, пожалуйста, еще раз. У меня мама раньше любила включить диск 1000 самых популярных песен этого лета, поставить там на репит голубую луну и играть в Арканоид. Вау, класс. Круто. Потом ее Давай отпустила. Так и действительно. Я ведь, знаешь ли, всего лишь старый глупец, который пытается вырастить цветы в пустыне. Но я знаю, что доктор Фанфрог запретил даже упоминать о легенде. Чего бы это, а? Ой, я привет, расскажу Офа. Тебе все, что привет, знаю. Офа. Если ты принесешь мне священную книгу, она находится в храме Бюл. Офа, мы думали, был ты после прошлого раза больше никогда не придешь во время ужасной бури. Однако, ты можешь пробраться в храм через вентиляционную шахту. Вот она, прямо за моей спиной. Но будь предельно внимателен. Там очень опасно. Снова поиграем. У вас группа? Ты на басуке? Вау. Ну и ладно. Не хочет со мной играть. Ай! Санс. О, это как у меня в подвале. Не горит опасно. Один в один вообще мой подвал. В твоем подвале все не так. Разве? Ой, здрасте. Привет. Ты хороший чувак? Скажи. Нет. У тебя нож. Ножом только ринжи и плохие чуваки бывают. Мне кажется, он в туалет хочет. Ему как-то нехорошо. Он бьет тебя бананом. Слышь, ты на кого полез? Лошара. Там и сиди. Беги! Чё, съел, да? Съел? Дэнни, ты сейчас пропустил. Как мы сюда приплыли, он умер 15 раз подряд. Потому что там надо было прыгать по маленьким островкам, а потом нас стреляли, и мы... Всё. Это было смешно, но грустно. Картинка смешная, а ситуация страшная, как говорится. Надо что-нибудь наложить. Видимо. Блин, идут скелеты. О! Рычаги! Один рычаг. Окей.
помните еще, какие рычаги там надо было нажать? Ах ты, говнюк! Вот такие. Точно, ты запомнил, офигеть. А ты надо мной смеялся. Слушай, хватит биться в эти. А, нельзя нажимать на эти... На темные плитки. А, я видел лестницу, Нетян. Я решил ее потом заценить. Средний и правый, да. Как ты стильно ходишь. Спасибо. Стараюсь. Офи теперь тоже надо рассказать сюжет. Офа, рассказать тебе сюжет? Мы любим рассказывать сюжет. Да. Это окей. Или ты как Джон будешь сама все додумывать? Какие звуки страшные. Ничего не понимаю. Брэйни просит рассказать. И Офа согласна. Давай, Игоревич. Я? Ага. Потому что я предложил. Да, у меня рот занят. Короче, была есть планета Твин Сан, она находится между двух солнц. У нее есть верхнее полушарие, нижнее, у них тепло, и посередине по экватору идут горы, и там жутко холодно. Живет 4 расы на этой планете. Люди, сфероиды, зайцы-кроли и... Слоны. Слоны, да. Просто слоны. Потом, короче, пришел доктор фон Фрог, стал ужасным тираном, захватил власть на планете. И всех отправил в южное полушарие жить. Запретил всем упоминать какую-то там богиню, которая раньше была, и про какую-то легенду страшную. Наплодил он, умеет везде делать клонов, он делает клонов, клоны всех нагибают. Спокойной ночи, сестра Нетян. Спокойной ночи. И умеют телепортироваться еще клоны. Вот. А нашему герою снились какие-то сны пророческие, поэтому на него настучали соседи, аптекарь, видимо. Его посадили в тюрьму. Но тюремщики тут не очень умные, поэтому избежали. Уже вот. 1000 раз. Уже 1000 раз. Просто говоришь им, что ты Дед Мороз, и все. Что тут выбраться? Потом нашу жену посадили. Вау, штука. Куда-то увели, но мы не знаем куда. Теперь мы без жены. Да, мы ее искали. А потом забили, и теперь ходим, мы всех спрашиваем. Слышь, странная легенда, да? Странная легенда. Я хз, еще нажимаю все эти режимы. Ах да, еще у него 4 режима ходьбы. Да, он может нормально ходить. Всех спрашивать о чем-нибудь. Может атлетически ходить. Вот такой атлет вообще. Просто зарядку делать каждое утро. Он при этом может прыгать, я говорю. И врезаться в стены. Если ты бежишь и врезаться в стену, у тебя уменьшается КП. Очень люблю это делать. Агрессивный, он ходит и рычит. Как Игоревич дерется со всеми. И осторожный, мать любимая. Просто он лучше. Диана Твинс. Знаете, я в детстве в такое вот играла. Хорошее детство было. Представляешь, некоторые люди в детстве играют в Angry Birds. Ой, бедненькие. У меня в детстве не было такого. Ну что ж, посмотрим на лестницу заодно. В общем, это объясняет, почему я потеряла интерес к играм. Никакая игра не могла мне дать с тех пор подобного опыта. Вот зачем лестница, так и думал. Зачем лестница? Классная я не поняла. Она возвращает обратно, если ты упал, здесь не смог пропрыгнуть.
Удивительно, что ты выросла такая социальная. Ух, какая же я социальная. Как Твинсон. Вы не слышали про легенду? Здравствуйте, хотите поговорить о нашей богине? Я забыла, как ее зовут. Здравствуйте, хотите поговорить о собаке? Она наезд называет. Начинается все, что я помню. Ты берешь стекаску. Так, ладно, сейчас пронём. Я понял, что делать. Это часть плана. Я думал, можно на эту штуку упасть. Моя жизнь просто. Такой пап. Знаете, что такое пап? Я не знаю. А, вот что это звук значит. Какой? Вот таймер. Ты говоришь, просто смирился. А, просто, просто смирился! Это я и мои проблемы. А. Нет, ты еще агресса при этом должен. А, извините. О, логично, Юля. Да! О, смотри, агресса помогло. Это просто тебя пугают. И ведись. Он мог просто перешагнуть, но он так прыгнул. Не понимаю, зачем эти рычаги нажимаются, и ездят эти штуки. Но нажимаю. Ну, может, когда ты до конца дойдешь, они будут передвигаться.
Ты что делаешь? Ну, они просто переезжают с одной штуки на другую, и до нее не добежишь. Ну, видишь, она там стояла. Она сейчас приедет сюда, здесь и останется. Ну, я хз, потом разберемся. Звук? Это просто эмбиент такой, по-моему. Так себе эмбиент. Камеру. Что ты сделал? Это я зажал движение камеры. Здесь что, тупик? Это, видимо, чтобы сверху спускаться. Ой, не-не-не, надо. Слишком высокая. Подвинул. Блин, я еще надо прям так двигать. А, слушай, нам ее, наверное, надо отвезти. Ну вот, я так и думаю. Блин, она реально ее так только так двигать. Что тут? Ну, сюда ее, видимо, оттащить. Точно. Права. Улица такая. Теперь говоришь сам богиня. Нет, она похожа на крошку Мю. Ой, да, похоже. Агрессивно двигает богиню. Танго нужны двое. Рип. Господи, какое геморное место. Чувак был прав. Какой? Который говорил, что тут супер опасно. А, понятно, Юля. То есть ты не понял? Mm-hmm. Блин, все заново. Офигеть, офигеть. Мы теперь знаем, как проходить. Понимаешь, чем больше ты говоришься... Тем больше тебя это бесит проходить заново. Тем лучше ты понимаешь, как это проходит. Я в детстве много в это играл, Игоревич, я только бесилась с каждым разом все сильнее и сильнее. Я в детстве быстро играл. Там было место, где надо было много прыгать, я сдохла там миллион раз. Thank you.
Что Ринджи говорит? Ринджи говорит, что она не смотрела и не читала мумитроли, и даже не знает, как они правильно пишутся, но у нее из киндера была игрушка по ним. О, поэтому эта богиня ей напомнила того персонажа. Класс. Круто. Фивиянсен. Просто богема из богем. Бери богиню и клади ее в карман. Боже, как он смешно пятится в этом режиме. На английском они бубен. А, или это на датском. Швырнул твою богиню. Твою богиню. Запрещенную богиню. Это важно? Угу. Обвиняемые избили потерпевшего. Пойдем, ты теперь моя девушка. Мою жену крали, так что приходится довольствоваться. Это его Дакимакура новая? Да. Йоли, у меня тоже. Что? Зачитай. Когда учишься играть музыкальное произведение на пианино, если играешь быстро и все время фейлишь, можно заиграть его до того, что руки будут сами неправильно куда-то идти или сбиваться с темпом. Да, будет очень сложно потом восстановить способность играть нормально. По-моему, достаточно просто поспать для этого, и все приходит к вам. И у Йоли такое чувство всегда, когда она делает что угодно много раз, надеясь, что будет получаться лучше. Я заметил, что вот как после сна ошибки исправляются. Так у меня все. А знаете, чатик, вот иногда собаку учишь команде, она как чмоет, делает, не понимает, что ты от нее хочешь. Ты, короче, забиваешь, а на следующий день она с первого раза начинает все правильно делать. Да, это да, так правда? Прикольно, да. Класс. Это, короче, эксперимент проводили на мышах, они их там учили по лабиринту бегать и замеряли, что там у них в мозгу происходит. Потом ночью опять замеряли, что у них в мозгу происходит. И у них ночью происходило ровно то же самое, что они весь день делали в лабиринте, только в 10 раз быстрее. То есть они в 10 раз быстрее бегали по этому лабиринту, по сути, и учились его проходить. Вот. Ну вот так можно было. Вот зачем эти штуки? Ой, а как вернулся? Чё ты не нажал? Куда? На рычаг. А он нажмется? Он теперь другой рычаг надо нажимать. А, смотри, нажался.
ты чё? Видимо, надо еще окружать. Я не пойму, как выбраться отсюда. Туда, как попасть обратно. Ну, обратно идти. Где мы были. Потому что там рычаг, который как раз нам нужен. Тут прохода нет. Так, нет. Так. А, ну значит, упасть и идти сзади? Где упасть? Где-нибудь. Да, наверное. О, господи, не убейся только. Опять заново. Да, опять заново. Ради бога, Игорь. Ладно. Ради богини. Надо поймать еще. Где-то тут бочки были. КПшечку ищу. Где были бочки? Вон там бочки. А, нет, там опять придется этих штуки проходить. Ладно. Пока. Знаешь, как Феллит, а потом как Леминг, здесь тысячи раз подряд умираешь на том же самом месте. Это знакомо. Может, еще раз на эту кнопку? Это нам даст. Выбраться-то как отсюда. Так, где богиню на платформу ставил? Окей. Вот здесь. А, перепрыгнуть его можно. Блин, далеко прыгнул. Типа по заборам пропрыгать? Может попробовать. Хорошая идея. А-а-а! Опять перепрыгнул. Чё он мимо-то прыгает? О! Фак. Ладно, попробуем отсюда. Блин, надо было прямо прыгать. Наверняка тут как-то все по-другому надо. Проще. Хотя тут прям идеально они расположены. Да. Видимо, нет, он права. Нам, собственно, сюда. Итак, да. Это снова я. Мы как раз прошли это место. Благодаря нечем. Привет, детка. Соскучилась. Я не сюда. А когда в ритм игры играю, чем больше практикуюсь, тем лучше получается. А с тех пор, как мы купили вадик для ДДР, не коврик галимый, а металлпадик. Погода говно просто, невозможно прыгать. Короче, так легко стало играть в ДДР, вы не представляете. Сложность как будто в два раза уменьшилась. Просто убрались. У меня, оказывается, левел гораздо выше, чем я думала. Просто у меня коврик все время уезжал, а теперь не уезжает никуда. Теперь он стабилен. Более того, ты не нажимаешь на... Как это ты знал? Куда я не нажимаю?
мимо. Не нажимаю на мимо? У тебя не происходит 100 тысяч нажатий, не потянул кнопку. Ну это тоже, да. Но главное, что коврик не уезжает. И я его чувствую ногами. А то когда... Он бессмертный. Он бессмертный, ты не знал? Ты не знал, Гарри? А что мне делать? Как я успею? Я не смогу мимо него так пробежать просто. Блин, их еще и двое. О, они сами нажали рычаг, как так вышло. Надо было тебе на нем ехать. Да уж. Теперь все время. А, не, мы сейчас как не тянутся. Должен еще раз. ГДР это просто вопрос практики. Точно, Нятян, ты гений. Нятян умеет в трехмерном пространстве. Очень смешно. Очень смешно. Ну правда. Ну вообще смешно. Его бьют текстуры. Она стесняется. Ринжи, я думаю, это и был ДДР. Дружак, если он был с ковриком и диснеевскими песнями, есть какой-то. Есть какая-то игра, она как раз с диснеевскими песнями. И не одна, кстати. Ух ты, ёп! На последних хп. Такое чувство, что в пропасть упадёшь. Надеюсь, он засейлился. Я тоже. Брейн, я хотела на фестиваль запилить задание про мемы, но мне больно за мемы. Это что за грень? Там что-то плохое. После того, как ходишь, запилила картиночку прекрасно. Блин, там эти... Что это, овцы? Это глаза, по-моему. Ну, Йоля, а проверять кто будет, блин? Блин, походу там поверху надо было идти. Смотри, это коврики. Думаешь? Я тут не коврики. Господи, кто это придумал все? Зачем? Французы. Они больные? Да. Убил его. Угу. Он и по кнопкам прыгает, в меня стрелять начинает эта фигня. А вот оно что. Что, Юля? Сам наступает на эти кнопки. Знаете что? О, чувак. Юля, тут нужен комикс. Юля, ну, нельзя банкхаммер давать. Ну, го запилим, но если мемы будут хреновые, то это 0 из 10.
вместе, что ли? Тут памятники зайца кроля. Ёля, это мем? Ну так-то все мем. Но это сложно объяснить. А чё это, суп морковный? Где? Ну, в ведрах. Ага, наверное. Я за вами мужчина. А чё ж тебя стреляет? Это можно выключить? Неа. Это кнопки. Да, правда. Он стреляет всегда, видимо, когда туда пройдёшь. Ничего не понимаю. Ну, это тут был. Бесит от всего бегать. Как мы дружно с ним прыгнули. Мы все время с ним так прыгаем. Эй, бро, ты чё? Я не имел это в виду. Ты его обидел. Бро! Бро! Ну и вали, свой этот сам. Ладно. Кто вам синяк поставил? Кому? Вам, подсудимый. А? Стена! Лестница! А, Нятян что-то про суд спрашивала. Да, что? Или это спойлеры? Кто что-то спрашивал? Нятян спрашивала, будет ли суд еще раз. В смысле? СЗ. Может, я не понял. Игоревич просто смирился. Что? Что? Просто покажите мне, дверь открыта или нет. Если нет, то это 0 из 10. Открыто. Ну ладно. 5 из 10. А, дважды нельзя. Чё дважды нельзя? Засудить черепахсов. А, ну да. Как это? Короче, не будет больше суда. В смысле, один раз туда можно сходить. Ну да. Если тетради уже нет, то их заново нельзя вернуть. А, да, это если тетрадь не вернули. Если значок выдали, то все. Я решил, что все будут ныть, что слишком сложно. А потом поиграл в эту игру. Там на самом деле половина узлов копируется аж 3 раза в диалоге. Чтобы считать, насколько хорошо ты его прошел. Игорь все, разучился это проходить. Он уже настроился на танцы со скелетом. Никак, я думаю. Юля, я думаю, ты примерно в начале умрешь, просто утонешь где-нибудь и все. Я думаю, он даже там не утонет, он просто из тюрьмы не вылезет. Да, он просто не выйдет из тюрьмы никогда.
Тетя Коля, вообще этот диалог, когда первый раз проходила, я его зафуйла. Это вы прошаренные все записывали, а я-то нет. Его бьют текстуры, не мешай. Ужасно. Сколько раз он уже сдох? Ты где-нибудь есть счетчик смертей? Надо было на стрим зафигарить, но мне лень. Фак лестница, я полезу справа. Мокренький альфонис. Может, аниме посмотрим? Нет, я должен это пройти. Мы эту пещеру должны пройти. Или пойдем спать. Юля же хочет спать. Юля хочет аниме. Она не заснет, если не посмотрит аниме. Она говорит, спать хочу. Она заснет на клавиатуре, понимаешь? С этим что-то не так? Ну, у нее на лице будет отпечаток клавиатуры. Разве это красиво? Красиво. Модно. Стильно. Молодежно. Да почему ты не напрыгнул? Да он как к чему прыгает, если не заметил? А, надо было сюда прыгать. Да ты просто в стену прыгал. Так, как отсюда выбраться? А, мы не знаем, как отсюда выбраться. Ну, давайте аниме тогда сейчас, если я один раз сдохну просто. Классно. Молодец, я так же обычно прыгаю. В поисках затерянной легенды. Ну ты залез, и что? Походу кнопки надо нажимать. Уша, когда я нажал на кнопку, ничего не полетело. Нигде. Вон, Нятян тебе говорит, сначала рычаг. Ёлы кнопки. Форт Боярд, блин. Форт Боярд именно так выглядит? Ну да, нет. Там вроде не было скелетов. Разве? Которые за тобой бегают, по крайней мере. Вы как хорошо с ним вместе прыгаете. Но кажется, вы не дружите, да? Заберите. Он похож на дроида из Звёздных. Требую развод. Да, кстати, слушай, точно. Никак не могу развод. А, это скелет с кролика, типа. Нет, это скелет дроида. Да. А куда ты лезешься на рычаг? Не надо нажать? На какой? Который слева там. Я там его уже нажал уже, поэтому скелет встал. А-а-а. Можно, конечно, еще раз нажать. А что ты одел? Не падать сюда. Умирать. Да отстань ты!
Рестарт.